Всем привет! Вы на канале Полинтрин. И я решила, что самое время снять следующий влог, потому что будет как минимум одно интересное событие, которое будет на следующей неделе. Я хочу его снять немножечко заранее, поэтому начинаю снимать сегодня. Сегодня такое, знаете, деловое настроение. Настроение делает дела. И, соответственно, мы идем. Куда? Правильно, в Румянцево. У нас очередная тренировочка. И я боюсь, что я сегодня могу помереть, потому что я натаскалась тяжести за последнее время. И у меня не подниму ничего сильно тяжелого. Угадайте, где мы? Мы пришли кушать, потому что завтрак переварился бы слишком быстро. Вот его вообще не было. И сейчас вам покажу. Тач на видео. Это мой обед на завтрак. Завтрак обед. Вау! Уже распаковала косметику корейскую. Красота. Так себе переход, конечно. Мы закончили на нашей работе. И осталось еще одно дело, я так понимаю, мы домой. Листики летят. Ого! Вот это красота. Ох ты! Очень яркое солнце, очень неожиданно, поэтому... Ой, сразу такое ощущение, будто у меня аллергия на солнце. Я заметила, что я очень близко себя снимаю. Если смотреть, например, на телевизоре мои видео, то я прям вот близко. Поэтому буду снимать все вот так. Мы приехали в Обянец. Куда-то я здесь не была. Вот это нам принесли. Да. Сколько нас там? А здесь набираешь, походу, разные. Тебя видно сейчас. Какое красивое солнце смотрит. Любимое, красивое солнце, красивое. Солнышки на солнышке. Да. У нас там очень много спотов нам предложили. Они нам не очень понравятся. Все, что есть, такой более интересный сегмент. Они у нас вот здесь земляника, базилик. Вам не видно, да, что у меня жарковато? Лодку украли, а ты снимаешь. Я очень люблю сидеть так наблюдать из окна. Все подряд. Собака. Идите такая.
Какая красота, как красиво. Еще и на солнышке. А что по закату? Почему так красиво? Почему у меня мешки под глазами такие? Я понять не могу. Я вроде занята. С равными огурцами не балуюсь. Почему? А еще мне все еще безумно нравится мое рабочее место с большим количеством всяких вот этих всяких. А это, кстати, сделала младшая сестра Арины. Ой, что по... Это тыковка. Тыковка. Тыковка и три сердежка. Милошество, правда? И вот здесь еще у меня бальзам для губ. Вот так. И красиво. В одну секунду половина улетела. А вот такая вот тут? Красота. Здесь. Сколько успеть? Все. Сами такой-то начинает тупо злиться. Вообще не видно, но там прям ливень. О. О. Уверенность в себе, приходящая вместе. Ну, это такая ответственность. Сейчас я ее мало не знаю. Так, мы сегодня говорим про уверенность в себе. Может не быть рядом родители, может не быть рядом каких-то вещей, которые вам помогают. Но вы-то всегда рядом у себя есть. Вот были у вас какие-то ситуации, когда вот вы сами собой рядом не находились? Нет. Ну нет, конечно, потому что это что? Невозможно. Да? То есть вы всегда с собой. Все ваши знания, все ваши умения, все ваши мысли, все ваши навыки, все ваши хорошие качества. Вы всегда, всегда с собой. Поэтому первый человек, кого всегда может положиться, это кто? Вы сами. Совершенно верно. Да, то есть у вас будут сомнения. Да. А что я вам вообще дала? А можно ли это смешать? А не взорвется ли это? А не будет ли каких-то ядовитых испарений при этом? Вот. Нет, смешать-то можно, просто понятно, что... Мне очень приятно. Я сейчас в университете глаз сегодня разбираю, что такое уверенность, как важно где ручу, работу, спорте, в отношениях. Вот это вайбы. Осенние. Ничего не видно через стекло. О, красиво? Красиво. Мы закончили на сегодня. Я сегодня ничего не преподавала. Я сегодня была в качестве администратора. Встречала, провожала, помогала. Фотографировала, снимала на видео. И мы едем забирать моего честного брата и мою честную бабушку. Едем кушать. Кушать. Я хочу есть. Мы приходим на правильное питание. Я уже страдаю, хотя сегодня так первый день. Я просто человек, который ест раз в 3 часа. И уже прошло как бы больше. Можно смотреть, короче, либо мои видео, либо Полины. Мы все равно проводим все время вместе. Но практически мы ждем бабушку с Сашей. А, два гномика идут. А я не сказала, что я на дороге, чтобы он не стал туда заезжать. Привет. Там, наверное, вот такой вот столько воды. Примерно. А нам вот туда. Тут такие маленькие веселые крабы с ним нужны. С лисьими лапами. Никого не напали? Нет. Сразу взяла. А, морковку вытянули. Крепко, крепко. Арбуз, арбуз. Привет. Когда я яйцо, он... Ну да, хочу. Да. Свиной стоит сложнее. Да, он? Я тоже. А какой-нибудь согревающий чай?
Черно-зеленый, классический. Я бы пих купил с имбирем. Да. Вишнево-пряный. А с имбирем вот который. А давайте два чаечка и вишнево-пряный тоже. Да. Скажи зеленее сейчас. Два стейка. Ты что, рта нет? Да. На улице уже. Нет, я кушать не хочу. Пока. Ну какой милота, божечки мои. И есть небольшое ощущение. Но перед тем, как вы посмотрите, нет, не пирог, я покажу вам Боба. Боб со шляпой. Он будет стоять вот здесь. Возможно, просто такой влажный затыкло. У нас такой чудесный завтрак. Да будет свет, сказал электрик. И подключил лампу. Потому что здесь света нет. Есть свет только вот этот. А зимой, когда будет на улице темно, будет этого света недостаточно. То есть, если вот свет выключить, здесь прям темнотища. Подмела. На улице просто дождь, он такой стоит тут, прямо под дождем. Рис с курицей, с овощами. Спасибо. Заметно, да, что блюдо было острое? Что не было указано в меню, я как бы не против. Обезьяна Чичичи продавала кирпичи. Я буду наблюдать. Так, они не хотят ставиться. А почему? Они так не разрешают ставиться. Отставиться. Ну что это такое? Это морской бой? Палка не ударила. Все готово, елочка. Это Бурж-Халифа. Бурж, да-да. Шедевр. А я сделала вот цветошек. Ой, я видела. Такой вот цветошек, которого периодически опадают лепесточки. Вот так. Кому-то они приближают руки. Роботы обнимаются, сказал Саня. Обнимашки, они, а бегу, думали, они бегут навстречу друг дружке. А вы думали, у меня нет сердца? Вчера папа чуть не съел улитку со шпината. У меня теперь травма. Был, конечно, соблазн тупо сделать себе мюсли с молоком, но молоко мы теперь не пьем, поэтому я подумала, что я никуда не тороплюсь в 10 утра, поэтому пришлось потратить на 10 минут больше и сделать нормальный завтрак. А еще мне последние 2 дня снятся очень странные сны. И причем не то чтобы были какие-то триггеры на такие сны, не то чтобы я что-то смотрела перед сном, чтобы были такие сны, не то чтобы я сильно переживала в течение дня, чтобы были такие сны. Но, например, вчера мне приснилось, что я кое с кем поссорилась, человек пригрозил мне банкой, я банку отобрала, а потом этот человек взял самый большой нож, который у нас есть на кухне. Дело было на нашей кухне. И кинул, типа, вот так. Вот сюда. Сегодня мне приснилось, что
Что мне приснилось? А, что у меня начали сыпаться зубы. Что я типа вот чуть-чуть сильно смыкаю челюсть, и у меня начинают прям крошиться зубы задние. Я вот так вот смотрю, у меня прям крошки зубов. Я начинаю гуглить, типа, что делать. И мне выдает, что так выходит кариес. Я думаю, что? Пока шла к маме, у меня развалился вот тут, развалились вот здесь зубы. И вылезла вот такая вот пластинка, которая типа кариес. Которая между зубов вот так вот типа стоит. И она просто вывалилась. Пришла к маме, говорю, мам, так и так, у меня вывалился кариес вместе с зубами. И пока шла, вот здесь еще один появился, я его тоже доставала. Я четко помню, что там сразу такое облегчение стало, из-за того, что кариеса нет. А вот здесь был кариес еще, и было очень больно. Ну ладно. Потом получилось так, что я была на нашей старой квартире, где мы еще раньше жили с бабушкой, с дедушкой. И я обнаружила две банки кукурузы. Одна кукуруза, если ее ешь, превращаешься в кролика. Вторая кукуруза, если ее ешь, превращаешься обратно в человека. Но можно не использовать кукурузу, можно использовать просто слова. Называешь какую-то фразу, превращаешься в кролика. Называешь вторую фразу, превращаешься в человека. И я бегала по всей квартире, потому что никого не было. Превращалась так и обратно. А потом пришли родители. Я за секунду до этого превратилась обратно в человека. Но что-то не получилось. Я стала выше мамы на голову. Вот. В моменте все было очень стрёмно. С зубами вообще страшно было, кстати. Я же самое главное не сказала. Меня сегодня всю ночь будило... Нет, всю ночь сегодня я просыпалась. Либо я просыпалась вот ночью, чтобы перевернуться на другой бок. То есть я проснулась, перевернулась, уснула. Либо меня три раза, я запомнила, как минимум три раза будила собака, чтобы я ее спустила вниз, чтобы она попила. Причем в какой-то момент у нее закончилась вода, мне пришлось еще наливать ей воду. Она, естественно, мне ее нужно спустить с кровати, подождать, пока она попьет, и вернуть обратно на кровать. А потом я начала просыпаться от будильников в каком-то полубреду, потому что я вообще не помню, как я выключала предыдущие будильники. Я четко помню, что я один будильник очень долго выключала, потому что у меня вот сон, и мелодия будильника играет прямо во сне. Знакомые, думаю, да, очень много слышали мемов об этом. И последний будильник, я четко помню, что вот он был на 9... Время не помню, на 9.06, по-моему. Я переставила его на 9.25, положила телефон, закрыла глаза, открыла, а он уже звенит. В 9 утра. Я обычно в это время, если переставляю будильник, то я уже не сплю. Мы завтра должны встретиться с Ариной, сходить на мастер-класс. Я вам все покажу. Прикол в том, что у нас будет годовщина нашей дружбы. Мы придумали дату, вычислили, дополнили, короче, 15 октября. Да? Все верно? И, ну, естественно, хочется что-то подарить, а как бы ничего такого сверхъестественного не хочется. Я вспомнила, что Арина мне еще, правда, летом, но тем не менее, присылала в Pinterest фотографию, что она очень хочет чайный пакетик вязаный. Ну, собственно, как бы вот. Вот такая вот пакетик. Вот, вот так вот. Вы бы знали, каких усилий мне это стоило, потому что я вообще не знаю, ну, я вязала так, как предположила, что нужно вязать.
Ну, сюда. Я готова. Может, вам штатив дать? Да. Давайте с вами познакомимся для начала. Меня зовут Анастасия, я буду вам преподавать сегодня мастер-класс. Как вас зовут? Полина. Полина. Уже как полтора минуты. Скачивайте фарточки. Палочка, это же палочка. Мы закончили, и мы топаем куда-нибудь что-нибудь попить и съесть. Мы же сделали наши помады Арина и Полина, и тут тоже Арина и Полина. Это апкейк. Хавана. Не открывается. Хавана. Кофе-то в 7 вечера. Отключили кондиционеры, потому что все на улице уже холодно и прям душновато, конечно. Вообще, как бы мы должны пить кофе либо, как это сказать, либо без молока, либо на молоке, которое покупаем мы и дома. Но сейчас без кофе, боюсь, я усну, потому что мне сидеть ждать Саню полтора часа. Я сойду с ума. Поэтому я взяла капучино на миндальном молоке. Уже третье за последние просто. Еще час. А потом я приехала домой и смонтировала это видео. Всех люблю, всем пока!